мои хорошие, нет веры в себя. Это обман современной психологии. Никакой веры в себя нет. Это, ну, это точнее вещь, она очень сугубо негативная вообще. То есть человек не должен верить в себя, не должен любить себя. Это просто, ну, это просто, это негативная вещь, это жуткий обман вообще. Запомните, человека любит Бог в сердце, это называется совесть. И не любит тоже Бог. Понимаете? И правильное отношение к себе надо. Чувство собственного достоинства должно быть сильным. Завтра об этом поговорим. Но это не означает любить себя. Я хороший, я хороший, я хороший. Но Бог тебе говорит, ты плохой в сердце. И ты, я хороший. Ты его, ну, хочешь переболтать, да? Ничего не получится. Он все равно будет тебе в сердце говорить, а если ты все-таки решил, что ты хороший, это называется лицемерие. И никакой силы в этом поведении нет. То есть, если человек, допустим, совершил плохой поступок, он говорит себе, я совершил плохой поступок и буду исправляться. И с этого момента Бог говорит, ты хороший. А ты говоришь, нет, я плохой. Бог говорит, я хороший. И у тебя какое чувство собственного достоинства будет? Хорошее или плохое? Если Бог тебе говорит, ты хороший, а ты сам себе, я плохой. У тебя хорошее чувство собственного достоинства или униженное? Нет, оно не будет униженное. Человек, если чувствует, что Бог в сердце считает, что ты хороший, никогда он не будет чувствовать себя униженным. Поймите, это не самобичевание. Самобичевание – это когда ты, вот смотрите, если ты один раз сказал себе, я плохой, и 100 раз исправился, это правильно. А если ты 100 раз сказал, я плохой, и 1 раз исправился, это неправильно. Это называется самобичевание, это лень души. Я плохой, я плохой, я плохой, а делать ничего не хочет, бред. Такая хитрая позиция. Но если человек просто делает вид, что он очень хороший, но при этом это не так, это так жутко, противно смотрится, это такое лицемерие, и ничего хорошего в этом вообще нет. И это не помогает окрепнуть человеку душой. Запомните только правильные поступки. Если, допустим, вас унизили, кто-то вам сделал плохо, помолитесь Богу, примите судьбу просто, и вам станет хорошо. Но если вы не принимаете, постоянно вспоминаете, обижаетесь на судьбу, вам будет всегда плохо, потому что это неправильное поведение. Если человек почувствовал горе, допустим, что-то произошло тяжелое, он должен принять судьбу в молитве, и тогда ему станет крепко, легко. Понимаете? Примите судьбу, победите. Бороться надо! Но сначала надо принять. Если воин, допустим, не принимает судьбу, а борется, то он проигрывает сражение. Я не про веру говорила, а про уверенность в себе. Это одно и то же. Уверенность в себе, это означает, что ты... Это самовнушение. Мне кажется, вот вы уверены, что это любовь к себе. Я не уверен в себе. Я просто выполняю свой долг так, чтобы Бог в моем сердце был доволен. И это ощущение, что Бог доволен, вызывает твердость духа. Это называется твердость духа, а не уверенность в себе. А уверенность в себе я вам сейчас покажу. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приехал к вам не случайно. Это уверенность в себе. Чувствуете разницу? Чувствую. Олег Геннадьевич, а я еще хотела вопрос задать. Хитрый способ, да?